Всем привет! Сегодня предоставляю вашему вниманию хорошую, такую прям качественную стратегию, где можно брать большие коэффициенты. Рекомендую, конечно, брать коэффициенты от 2 и выше. На дистанции, конечно, будет плюс, а лучше брать там коэффициент 3 даже, 3,5. Ну, можете сами, в принципе, все проверить и для себя решить. Видим, прошло 54 минуты, счет 1-0. Это уже второй тайм идет. И на команду, которая ведет в один гол, коэффициент на их победу 2.09. Нет, мы не будем брать их победу. Мы будем ставить на тотал больше. Видим, зеленым отмечено варианты тотала больше. Можно было бы брать тотал больше 2.5, либо больше 3. Коэффициент был от 3 и выше в лаве. Почему? Потому что уже второй тайм идет, а до сих пор коэффициент большой на тех, кто ведет в этом матче. То есть это признак того, то, что будут голы. И даже скорее от гостей. Давайте посмотрим, что в итоге получилось. И потом разберем и другие примеры. В итоге видим счет 1-4. Гости забили 4 гола. То есть у нас зашла ставка за большой коэффициент. Тотал больше даже 4,5, там вообще под 7 коэффициент был. И видим счет 1-4. Давайте ко второму примеру. Эти матчи я буквально за один день взял. Видим счет 3-1. 78-я минута. Здесь на победу коэффициент, да, мизерный. 1-0-16. То есть вообще маленький. Но он открыт. То есть на этот коэффициент можно поставить, хоть и осталось играть буквально там 12 минут. А домашняя команда ведет в 2 мяча. То есть даже можно назвать это уловкой букмекера, чтобы кто-нибудь миллион поставил на такой коэффициент, чтобы выиграл там, не знаю, сколько-то тысяч. Какие ставки можно было бы взять? Здесь валуйной ставкой было бы, наверное, даже тотал больше 5. То есть нам нужен всего лишь один гол, чтобы был возврат, и два гола, чтобы ставка зашла. Коэффициент от 6 и выше подымался. И видим в итоге счет 3-4. Видим, домашняя команда не победила. Да, еще не сказал, можно прям большие валуйные ставки брать на победу тех, кто проигрывает. Видим, коэффициент был 25, и они выиграли. А здесь у нас коэффициент был 3.8. Да, небольшой, но зато на тотал можно было бы взять. Либо здесь фору можно было бы тоже рассмотреть, минусовую какую-нибудь за огромный коэффициент. И давайте к третьему примеру. Здесь у нас 54-я минута уже матча. Они ведут в счете 0-3. И коэффициент на их победу 1.03. То есть это прям такой задел, то, что на тотал больше. Эта стратегия, которую я сейчас вам рассказываю, именно на тотал больше. Да, здесь домашняя команда не победила, но они все-таки забили. Коэффициент 36 не зашел бы, ну понятно, не каждый раз заходил бы. Но вот тотал больше 5.5. Там был коэффициент около 2,5, но в лаве он, конечно, еще подрос. То есть, видим, тоже много голов забито. То есть, это можно даже было бы назвать уловкой букмекера. Понятно то, что такой коэффициент из-за того, что проигрывающая команда, скорее всего, была фаворитом по линии, то есть до начала матча. Но вот такой вот прям сигнал отличный, когда примерно в среднем 55-я минута, одна команда лидирует с 3 и более мячей, и коэффициент на них, вот видим, например, 1.03, там 1.05, вообще было бы замечательно. И тоталы просто залетают очень хорошо за большие коэффициенты. Эта стратегия просто идеально будет играть по дистанции, проверяйте. Обязательно ставьте лайки на это видео, пишите любой комментарий, если вам понравилось, и вы хотите другие множество материалов, которые у нас есть, а их много, многие в тесте еще. Поэтому обязательно поддержите наш канал, чтобы мы не пропадали.